Тверь посетил главный онколог Российской Федерации Андрей Каприн. В рамках визита он обсудил перспективы развития Института персонифицированной онкологии ТГМУ и будущего регионального онкологического кластера, а также пообщался с руководством, педагогами и студентами университета. В числе прочего, речь шла и о проблемах подготовки квалифицированных медицинских кадров. Год назад на базе Тверского медуниверситета появился Институт персонифицированной онкологии. Это пилотный проект, который курируют специалисты на федеральном уровне. Целью его создания является развитие нового научного направления в ВУЗе и в регионе в целом. Еще один важный момент – подготовка врачебных кадров, особенно первичного звена. Чем сильнее будет первичное звено и активнее будут скрининговые программы развиваться, к сожалению, вот ковид в мире сейчас отбросил, тем хуже будет для наших пациентов, потому что будет хуже стадия. Это, конечно, и затратно, и смертельно опасно, и поздние стадии. Помимо этого, академик Андрей Каприн в рамках визита провел на базе Тверского медуниверситета заседание открытого дискуссионного клуба, посвященного оптимизации борьбы с онкологией в Верхней Волжье, а также вопросам удержания медицинских кадров в регионе по этому профилю. Первая цель была для того, чтобы действительно завлечь, увлечь молодежь, молодых будущих врачей в онкологию, поскольку онкология – это очень тяжелая, это такая вот, с одной стороны, тяжелая и рутинная профессия, а с другой стороны, это очень творческая и научная профессия, потому что больных много. На встрече с профессором Каприным присутствовали и студенты, которые смогли воспользоваться возможностью задать все интересующие вопросы столичному гостю. Очень приятно удивлен данной встречей, потому что я оказался в окружении людей, очень умных людей, которые, по сути, являются первопроходцами современной медицины, которые очень многое знают и которые очень много работают. Я очень многое узнал для себя, я понял, что все, что я хочу из жизни, в принципе, зависит только от меня. В целом же, подводя итоги визита, столичные и тверские медики выразили уверенность, что на базе ТГМУ получится создать мощную научную и клиническую площадку для развития онкологического кластера. Это поможет существенному повышению объемов и качеству медицинской помощи жителям Верхней Волжья и соседних регионов.